В Ангарске состоялся открытый турнир по бильярду. Традиционно весной любители спорта собираются, чтобы выявить сильнейшего в московской пирамиде. Дорогие друзья, начинаем турнир по бильярду, посвященный 9 мая. В этом году турнир проводят в 9-й раз. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из Приангарья. Среди них 84-летний ангарчанин Дмитрий Дедяев и ликвидатор последствий на Чернобыльской атомной электростанции Владимир Власенко. В честь наступающего праздника ветеран Чернобыля развернул выставку из фотографий и наград своих родных, участников Великой Отечественной войны.